В редакции портала «Радио.» сегодня прошел обыск. На это время работа издания была остановлена. Такая санкция последовала после задержания директора сайта Бигельды Габдуллина. Бигельды Габдуллин задержан по заявлению одного из сотрудников Жамбылского областного акимата. Вот это самое странное. Если речь идет о критических материалах в адрес каких-то чиновников, и чиновники не вызывают Габдуллина в суд за то, что он, с их слов, порочит их честь и достоинство, значит, в статьях написана правда. Бигельды Габдуллин был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции. Его подозревают в шантаже должностных лиц. В распространенном сообщении указано, что Габдуллин организовывал информационную атаку путем негативных материалов, а затем якобы вымогал с руководителя госорганов заказы для своих медиаресурсов. Следствие только началось. Сегодня председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кажымжаров сообщил, что директор радиоточки не арестован, а только задержан. То, что нужно было, мы уже сказали. И я хочу вас заверить, что следствие же ведет открыто. Так что мы будем свидетелем всех тех доказательств,